Привет-привет! Традиционная рубрика «Мои заказы по каталогу Faberlic». А на этот раз заказ по четвертому каталогу Faberlic. И у меня здесь огромная карабень, которую еле-еле поднять. Поверьте мне, здесь практически 7 килограмм. 7 килограмм счастья, которого я заказала для себя, для своей семьи по каталогу 4 Faberlic. Что мы с вами здесь посмотрим? Распаковочка заказа. Будут, конечно, новинки следующего пятого каталога. Я обязательно покажу, потому что я их приобрела. И покажу топ продуктов, которых я купила для себя и которые следует приобрести мои любимчики. Итак, давайте пойдем. Начинаем. Раз у меня здесь сверху лежит вот такая шушалочка, и мы ее как раз таки с вами посмотрим. А что это здесь? Это новинки одежды. Свитшот из футера. Вот так выглядит в каталоге. У меня вот такой цвет. Свитшот. Давайте я вам его раскрою. Идет в хорошем зип-пакете. Размер у меня эмочка. Ну, я его называю сиреневым цветом. Сиреневый цвет. Толстенькая. И вот такая, вот такой вот свитшот получается. Мерить его сейчас не буду, но поверьте, он очень теплый, очень толстенький. С начесиком идет. Его видно. Трикотаж очень качественный, толстенький. На весну самое то. Либо ходить на тренировки. Одел и пошел. Следующая сверху коробочки у меня лежит. Это моя любимка, которую я покупаю для дома. Вот много чего перепробовала. Остановилась на двух продуктах, которые меня выручают идеально на 100%. Один из них – это идет средство для очищения ванной комнаты, эффект белизны. Не случайно назван он эффект белизны, потому что делает ванну, раковины действительно белее белого, не содержит хлор, прекрасно отмывает. Вот я ее люблю. Как только заканчивается, я сразу покупаю. Артикул 300-221, работающий продукт, морская свежесть. Великолепно. Вот просто вчера получила заказ и сразу же промыла все ванны, раковины, все блестит. Вот моя любимочка. Это один из топовых продуктов, которые я покупаю постоянно. Это для дома. Следующий продукт, какой купили, это детский шампунь-бальзам Lovely Moments из серии «Аппетитный шампунь детский». 200 миллилитров, ягодный, малинка. Его дети просто обожают. Прекрасно промывает детский волос. И вот у нас как раз там на исходе шампунь детский. И мы заказали детскую серию. Второй любимый продукт, который мы покупаем. Полюбила горячей любовью корейскую серию Суян, которая у нас есть в каталоге, которая появилась не так давно. У меня есть по ней полностью обзор новинок всей серии, которые есть. И на этот раз я купила себе порошок. У меня закончился стиральный порошок. И я, конечно же, добавила себе. Сейчас я его найду в каталожике. Итак, вот, вот так он выглядит, вся эта серия. И у меня концентрированный порошочек 800 грамм. Прекрасно отстирывает, замечательно. Мне он так понравился, вся эта серия. Поэтому я уже по второму кругу беру. Это третий уже топовый продукт, который я покупаю, который у меня постоянно есть и который я люблю. Это стиральный порошок-концентрат, плюс в нем пятновыводитель. Можете отдельно не покупать. Артикул 30013 для цветного белья. Третий продукт. Следующее я что приобрела? Также для дома, для белья. Слушайте, восхитительный аромат. Это ультракондиционер для белья, ароматерапия. Ароматерапия, здесь добавлены эфирные масла. В каждый гель для ополаскивания белья как раз добавлено то или иное эфирное масло. Здесь золотая органа. Слушайте, ну органу ее ни с чем не перепутать. Она вот прям закрытая крышка и пахнет. Просто одуряюще пахнет. Я представляю, как это будет на постельном белье. Я думаю, что он очень долго будет держаться, этот аромат, продлится надолго. Мне вот он уже понравился. Беру первый раз, ультраконцентрат беру вот этот первый раз. Их много разных. Прошлый, который я брала, у меня как раз есть обзор, вот там роза, и он заканчивается, буквально колпачок, может, полтора остался. И вот здесь ультраконцентрат с органой. Но это вообще просто, просто аромат зашкаливает. Органовая
на 30 стирок рассчитан. Следующий обязательно топовый продукт, это у меня четвертый будет топовый продукт. Я всегда покупаю для дома гель для профилактики засоров. Работающий гель подходит для любых, даже септиков, которые у вас находятся на даче, за городом, в частном доме. Подходит под любые трубы в благоустроенных квартирах. Артикул 30-244 всегда есть под рукой. Всегда у меня на кухне и в ванной есть этот продукт. Гель для профилактики и устранения засоров. Безопасный гель для окружающей среды. Итак, это был четвертый. Четвертый, и давайте новинки. Давайте новинки посмотрим. Оно у меня как раз сверху лежит. Это новая серия «Эксперт». Многофункциональное средство для волос. 17 в одном. 17 в одном. Итак, новинка уже пятого каталога, которую я вам показала. Это спрей для волос 17 в одном. Восстанавливает повреждения, гладкость и мягкость волосам дает, облегчает расчесывание и устраняет ломкость. Спрей наносим легко и просто, пшик-пшик на волосы. И все, можно либо так оставить, расчесать, либо делать укладку. Как вы привыкли, феном, термоутюжком, вот любым средством. 17 в одном, многофункциональное средство, которое заменяет 17 различных средств в одном. Это будет новинка уже пятого каталога. Также из серии «Эксперт» у нас вышел новый шампунь. Я его, конечно же, приобрела. Новиночка. Шампунь серии «Эксперт» и бальзам, который вышел в рост волос. Хочу протестировать. Обязательно хочу протестировать, поэтому сразу взяла и шампунь, и бальзамчик. Содержит биотин, витамин В7, необходимый для красоты и здоровья волос. Пробуждает волосяные фолликулы. Это уже такая серьезная серия «Эксперт». Не просто так она названа. Вот так выглядит она в каталоге. Объем большой, 400 мл у шампуня и 170 мл у бальзамчика. Это новиночки пятого каталога, то бишь следующего, который будет у нас через неделю. Активный рост волос. Обеспечивает активный рост волос, воздействует на волосяную фолликулу и содержит витамины. Это у нас новиночки следующего каталога. Пятый топ, который я постоянно покупаю, это же, конечно, мои любимые силиконовые зубные щетки. Всегда. Хотя сейчас я пользуюсь нашей электрической, но вся семья пользуется вот силиконовыми. А я экспериментирую с электрической зубной щеткой, которая у нас также вышла в серии «Эксперт». Пятый. Зубная паста, шестая. Любимая здесь у меня живица кедра. Большой объем, 100 мл. Обязательно к зубным пастам прикупила. Конечно же, зубную пасту, как без зубной пасты. Следующая новиночка серии «Эксперт» у нас, собственно говоря, та-да-да-дам, на обложке следующего каталога у нас будет новиночка, обновленная серия, краска для волос, и я ее взяла, еще не красилась. Вот она, серия «Эксперт», новая краска для волос. Сейчас покажу вам, сколько оттенков. Вот оттеночная карта. И будет новая красочка. Стойкая крем-краска. У меня 801. Это что у нас получается? Светлый блондин натуральный. Давайте посмотрим, что входит. Собственно говоря, сама краска. Флакончик. Флакончик с осветлителем. И уход с биотином и маслом амлы. Это ухаживающий бальзам после окрашивания.
Как раз таки ухаживающий бальзам разработан специально для завершения процедуры окрашивания. Питает волосы, делает их гладкими, шелковистыми, продлевает яркость и интенсивность цвета. Итак, новая красочка в 5-м каталоге. У нас с нее, собственно говоря, и начинается каталог. А весна – это обновление. Ой, а я же там еще не достала. Еще. Собственно говоря, перчаточки и инструкция, как пользоваться краской. Обязательно читаем, смотрим, насколько, как ее держать, насколько нанести по времени. И вот она, новая красочка с биотином для здоровья волос. Новиночки также 5-го каталога. Я взяла 2 оттенка. Шикарнейший лак. Мне уже он понравился. 60 секунд. Турбо экспресс. Махом высыхает. Оттенки прекраснейшие. У меня здесь звездная пыль и туманность Андромеды называется. Тут такие названия, слушайте. Ну и они соответствуют. Вот, например, звездная пыль. Она вот такая. Вся действительно как пыль, там пылиночки и туманность Андромеды. Посмотрите, какие красивые оттеночки. Я вам сейчас их покажу. Это в следующем каталоге, в 5-м у нас. Показываю вам новиночки, которые у нас будут, выйдут, и которые мы долгожданно ждем. Так, где ты, новиночка? Так. Подождите минуточку, сейчас найду. Каталог большой. Каталог сколько? 290 уже одна страница. С каждым каталогом страниц все больше и больше становится продукции, потому что вот компания действительно нас балует и радует новинками. Это ж так здорово, когда ты открываешь, тут такая большая книга получается. И столько всего, что хочется много-много чего купить. Вот он, развернутый лист. Посмотрите, сколько будет оттенков. Оттенков лака. Ну, это просто шикарно. Вот я взяла на пробу 2. Обязательно буду заказывать еще себе. Вот они. Вот здесь вот. Вот в этой серединке как раз вот эти 2 лака. Слушайте, шикарные. Это были новинки 5-го каталога. Но еще не все. Еще не все, поэтому дальше идем. Следующий топ, который у меня есть, обязательно, это, по-моему, 6-й коктейльчик, wellness коктейль. А на этот раз я приобрела вишня и шоколад. Обожаю эти коктейли, потому что в них, если написано вишня, значит в этот коктейль добавлены сушеная вишня. Всегда в любом коктейле, если есть ягоды, значит, они сушеные. Когда открываете их, перемешиваете с молоком или с водой, кому как нравится, и там есть ягоды, настоящие ягоды. Здесь вишнево-шоколадный. Восхитительный вкус. Веганская серия. 450 грамм. Всегда покупаю любимый продукт. Суп и коктейль. Все. Прекрасные, здоровые перекусы. Та-да-дам! Вот такой пакетик купила. Посмотрите, какой шикарный. Ну, просто восхитительный пакет, бумажный для подарков. Хоть и 8 марта прошло, но его можно на любой день рождения, на любой повод, то есть с поводом и без повода взять и подарить. Восхитительные оттенки, весенние, летние цветочки. Ба-бам! Новинка 5-го каталога. Это у нас вышли биокапсулы для стирки белья из серии, из моей любимой серии Суян. Конечно же, я их взяла, биокапсулы для стирки. И плюс эти же биокапсулы содержат пятновыводитель. Слушайте, ну вообще шикарно. Содержат традиционные корейские экстракты. Удаляет различные загрязнение, подходит для белых и цветных тканей, освежает цвета и придает им яркость красок, устраняет серость и желтизну на белых тканях, сохраняет волокна ткани, защищает стиральную машину. Универсальные биокапсулы.
15 капсул по 15 грамм, масса 225 грамм, вот эта упаковочка с этими капсулами. Артикул 30031. И будет как раз-таки в пятом каталоге. Это новиночку мы с вами увидели. Ку-ку-ку, купила себе... Так, сейчас у меня... Аппарат. Аппарат для чистки кожи лица. Прибор со светотерапией для омоложения и чистки лица. Буду тестировать обязательно. Покажу, как им пользоваться. К этому же прибору идет увлажняющий гель с электролитами. Если его, например, у вас нету или закончился, то можете заменить гелем из корейской серии. У нас идет там гель с алоэ из серии ICU. Можно. Но рекомендуется увлажняющий гель с электролитами. То есть прибор серьезный, соответственно, и вот так выглядит приборчик для очистки и омоложения лица. Три режима, и более подробно я по нему сниму видео, покажу, как им пользоваться. Купила себе этот гаджет. Я очень люблю делать массаж, и у меня и скребок есть гуаша, и вот теперь различные приборы, массажеры для лица. Все, я это люблю и провожу постоянно с ними процедуры. Итак, это еще один топ. Ну, это топ, который я не постоянно покупаю, а который я люблю. То есть для лица я люблю хороший уход. Следующее у нас идет туалетная водичка Футурия. Чем она привлекательна? Она первая туалетная парфюмерная вода, которая создана с помощью искусственного интеллекта. Интересно попробовать? Интересно. Я тоже себе взяла озоновый такой шлейф у нее, свежий такой вот, ну, искусственный интеллект. Вот он так, Футурия, будущее, как бы, вот он так воспринял что-то такое космическое, что-то такое вот неизведанное, вроде как и легкое. И в то же время манящее, завораживающее. Вот буду пробовать эту туалетную водичку Футурию. Ну и, конечно же, из топовых, седьмой или восьмой, я уже сбилась, у меня закончился пятновыводитель. Еще раз повторю, я же уже говорила, это моя любимая серия, хэштег, да, я говорила. И моя любимая серия, это Суян. У меня закончился пятновыводитель. Шикарно. Он, кстати, вот этот пятновыводитель заменяет вот это средство для очистки белизны. Точно так же делает белоснежную поверхность раковин, туалетов, унитазов. Вот. Вот эти два моих любимых продукта теперь постоянно у меня есть дома. Здесь более 20 способов, более 30, наверное, способов применения. Везде его можно применять и мыть посуду. То есть он очень экологичный, эффективный и для стирки, и для чистки, и для мытья пола, и посуды. И что-то, если вам нужно, там застарелые какие-то пятна убрать, там на люстрах, на каких-то приборах, на стаканах, ну вот все, что вот где нужно убрать пятно и вернуть нормальный вид, первозданный, скажем так, пожалуйста, вот этот пятновыводитель эффективно справляется с этим делом. Также из серии Love Moment детский бальзамчик. Детский бальзам для губ. Девочкам надо вот такой вот тоже. Ароматный, приятно пахнет. Сейчас я его попробую открыть. И еще будет. Не убегайте, еще будет новиночка. Вкусно пахнет. Шикарно.
Это вот из этой серии, из детской серии. А еще новиночка вышла у нас из детской косметики. Вот такая вот Китя. Китя, ну вы посмотрите, это бальзамчик для губ. Но вы посмотрите, какая здесь лапка, штампик, да? И она выкручивается. Это вот такая вот помадка детская. Шикарная. Лапочка такая для тех, кто любит кошек Китти, серии Китти. И, конечно же, я не могла пройти мимо и не заказать себе аж 4 новых помады. Этот уже каталог, 4-й, и с него как раз-таки обложка каталога, серия It's Collagen, It's Clear Collagen. То есть добавили коллаген в любимую серию It's Clear. Безопасная серия, практически на 100% экологичная, 96% натуральных ингредиентов, еще и добавлен коллаген. И здесь я взяла... Из этой серии на пробу взяла только помаду. Обязательно в следующем каталоге еще себе дозакажу. Но в этом взяла вот как раз-таки 4 разных оттенка помады. Так, где вы? У меня что-то они все поперевернулись кверх ногами. Разные взяла, буду тестировать, покажу обязательно. Коллаген. Все, вроде бы у меня, друзья, все, пустая коробочка. Еще один заказ идет в пути. Там будет тоже новиночка. Новинка из одежды. И будет из чистоты. У меня будет живица. Живицу я купила. В каталоге не представлено. Только на сайте можно найти эту продукцию компании Чистоты. Пептидный комплекс с живицей. Я себе заказала. Все, друзья мои, 15 минут хватит. Мы посмотрели и новинки, и топовые продукты, которые я люблю, в каталогах. Из каталогов. Итак, это 4-й каталог. Заказ был по 4-му каталогу. А наступает у нас следующий 5-й каталог. Ждем его. Но есть еще время заказать. Есть еще время присоединиться и покупать продукцию с 20% скидкой, еще и получить шикарный продукт. Если сейчас присоединяетесь, будет пептидная серия Мисс Скини. Шикарная серия, которая сейчас таки нужно от тяжелой, скажем, зимней косметики переходить на более легкую. И вот как раз эта пептидная серия подходит для любого возраста, для любого типа кожи. И счастливчики могут получить ее абсолютно в подарок при заказе на 1500 рублей по ценам каталога. 1500 отнимаем 20%, и это еще ниже. Выбираем. 291 страница каталога. Здесь есть что выбрать, чтобы получить вот такой шикарный подарок. Для тех, кто решился на это, в инфобоксе будет ссылочка, пожалуйста, регистрируйтесь, покупайте все, что себе хотите, со скидкой от 20%. Все, у меня на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Будьте красивыми.